есть она просто остановила автобус, сказала, что он дальше никуда не поедет, вытолкнула детей, и пока она их не вытолкнула, то есть дети, когда уже оказались на улице, она закрыла двери с водителем и поехали дальше. Вот так описали историю подростки, говорит мама одного из мальчиков. По ее словам, они, как обычно, ехали со школы. С собой у них были банковские карты с деньгами. Но терминал не работал. После этого, говорит женщина, кондуктор потребовала, чтобы подростки покинули салон и вытолкала их. Родители поехали разбираться на конечную. Разговор снимали обе стороны на телефон. Кондуктор утверждает, что никого не выпихивала. Дети решили выйти сами. При этом ее оскорбили, на что она и пожаловалась родителям. Вы на каком основании выгнали ребенка моего? Я не выгонял, моего? Они сами Если вышли. Если у вас терминал не работает, почему сказал, мой сын выйдем? Должен идти пешком? Извините, пожалуйста. Я говорю, один второму сказал, давай мы выйдем. И они пошли, никто их не выгонял. А как они могут говорить, что я вы их так воспитываете? Нет, воспитываем их нормально. Не-не-не, вы воспитываете их ненормально. Воспитываем их абсолютно. Я говорю, они обозвали меня овцой, это нормально? Это же нормально. А, ну вот видите. Если бы вы их не высадили... Я сейчас напишу на вас заявление. В департаменте транспорта рассказали, что тоже начали проверку. Кондуктор взяла телефоны у нескольких пассажиров, которые ехали на том же маршруте. Они утверждают, детей из автобуса и правда никто не выталкивал. Она им предложила просчитать их наличными или QR-код. Сказали, денег наличных у них вообще нет. QR-код они скачивать даже вот не собираются. Говорит, ну как-то вот надо же решать этот вопрос. Ну, либо вы выходите, либо рассчитываетесь. Ну что они тут начали выделываться друг перед другом? А давай выйдем. Давай, а я маме позвоню, скажу, что она меня вытолкала. И когда они уже выходили, они ее обозвали матом. Простите меня, конечно, но это звучало как овца, что... Так или иначе, проверку департамент транспорта продолжает, и полиция тоже. Обе стороны написали заявление. Окончательную точку в этом споре поставят именно правоохранители. Алена Крашенинникова, новости Прима.